слушаем внимательно. В результате наезда автомобиля на препятствие заблокирован травмированный водитель. Пассажир не мог самостоятельно покинуть салон. В процессе ведения СР произошло сгорание во время транспорта средства. Условные травмы. Водитель пострадавший номер один получил закрытый перелом нижней третьей правой голени. Находится в сознании, зажат рулевой колонкой. Передний пассажир пострадавший номер два получил закрытый перелом левого предплечья, зажат передней панелью. У всех пострадавших подозрение на спинальную травму. У всех пострадавших надевают шейные корсеты. Все пострадавшие эвакуируются из транспортного средства на щите. Приступить к выполнению, сэр. Минус, плюс, обесточен. Надел? Он не начал? Все начал, да. Поправил? Подожди, вот так вот сделаем. Да. А где-то Дима? Дима. Все, иди. Раз, два, три! Торпеда! Где Диму там? Ну, Дима. Хирой, ну.
выше. Есть? Есть, берем. Я покачу, сверну. Пехота. Что-то сам уточнил? Нет, заправляй. Хватило же, все уже. Все, ложи. Влад, мы готовы. Да, держу. Держу. Все? Да, аккуратно. Все, есть. Двигай. Все, готов. Давай так перед ногами. Пойдем, неси, двигайся. Возгорание. Димон готов? Да. Чека! Возгорание ориентировано. Время. Финиш.